для того, чтобы оценить кадры, это наш, кстати, большой недостаток, и мой тоже. Мы всякую размазню начинаем слушать. Вот если администрация где-то не дорабатывает или не работает, то у правительства появился, с моей точки зрения, крен. Красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и доказать, попробовать мне, что это невозможно. Яркий пример — боеприпасы там и прочее. Ну, вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Поэтому не пытайтесь тут мне чего-то доказать. Главное в оценке кадров – результат. Поручено в каждом районе в определенный период времени реализовать один инвестиционный проект. Реализовывайте. Не реализовали, значит, вам там делать нечего. А так рассказывают мне, он не тянет председателя исполкома, не дотягивает, вот чуть-чуть, выговор объявим, перевоспитаем. Кого вы перевоспитаете, ему уже под 50, за 40, вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех, это и губернаторов, и членов правительства касается всех должностных лиц, если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже. Поэтому результат. Вот мне присылают каждое утро работу по сельскому хозяйству. Ну, я сравниваю. Шуляйка, к примеру, с Гродно. Я сравниваю. Я же не сравниваю Гродно и Брест с Витебском. А смотрю, вот срез. Но информативно сравнить Гродно и Брест. У Шуляйка в два раза темпы работ по заготовке кормов выше, чем в Гродно. В чем дело? А кто гарантирует Каранику, что завтра его вся техника, и он не будет переброшен в Витебск для того, чтобы оказать поддержку там? Вы чего медлите? Мне нужен результат. Особенно в критической ситуации. В сельском сегодня ситуация пусть не критическая, но очень серьезная. Но это мы на следующей неделе послушаем правительство, как оно думает из этой ситуации выходить. Ясно, что зерно не доберем. Где будем брать и не брать, а где уже взяли? Дровянистая корма, особенно в центре страны, где подсушило. Там уже давно надо было кое-какие первые укосы трав перепахать и ждать или посеять поукосно, чтобы получить дровянистая корма. Ибо кормить скотину будет нечем. Ну, это так, к примеру, чтобы вы понимали, что, глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю, а почему нет в этом направлении движения? Вы чего ждете? Если где-то участки высохли вообще, их давно надо было перепахать. Но опять, это так, детали. Если брать сельское хозяйство и прочее. Поэтому никаких размазываний, разговоров и бойких докладов не надо. Нужен результат.